Да, шпагатик. Высоту попробую щелкать, но в основном, наверное, ширину будет. Сейчас посмотрим. Несколько штучек разных вариаций. Я торопиться никуда не буду. Я уже везде успел. Так, отцентровываем, да? Фестиваль рваных носков сегодня не будем показывать. Потихоньку начинай. Одну такую, там одну такую. Ширину попробуй. Это в ширину прям поближе подходи. Да, суставы прям это. Попробуй, что выкручивай. Больше умею. Нет, надо. Прям ближе, чтобы край симметричный был. Ноги, если так перевернешь. Иди, по краю надо быть ноги. Здесь руки, здесь таз, здесь руки. По идее, вот так должно получиться. А ты все время на одном. Так-то можно и приблизить зумером. Я приближал как раз. Вот, а ты попробуй подойти, не сейчас я встану. Ты нажмешь на изображение, на центр экрана, чтобы он взык сфокусировался. И тянешь, мать нам. Включено, да? Он сфокусируется и Время, скажу, время уже, Андрей, время уже, и скажешь, у тебя последний заряд остался, время. Ты наводил, да, фокус? Если наводил, это и то последний, там, где покрасил. Андрей, скажи, что последний заряд остался. Да. Ты что, не слышишь меня, что ли? Я завтра принесу точно. Нет, я тебе просто говорю, ты родителям надо передавать. Ну да, нажимаешь так, как бы оно раз засветленное получается. Значит, попробуем. Ну, в принципе, ладно. Ладно, нормалек. Так, что там у нас еще дальше? Ты скажи, за тобой придут или нет? Я все, понял. Самое главное, чтобы... Завтра принесу, Сергей Геннадьевич.
Завтра... Справки есть, ты все принес, да? Справки все принес? Спроси у бабушки. Принес? Я справки принес. Справочку надо от состояния здоровья. Так, Сергей Сергеевич, давай парням грамоту вручим. Руслан, Андрюш, пойдемте. Вставайте. Серый. Давай, ты писал. Ты вручаешь. Вставай. Можно сейчас будет, погоди. Сахил, снимай, пожалуйста. Сын сегодня просто грамоту принес. Держи, помнишь, да, как все знаешь? Да. Давай, Серый. Зачитай, вызывай, поздравляй, приглашай. Встаньте, только ровненько встаньте. Диплом награждается Булиев Руслан Сахилович за здравое участие в дисциплине силовой троеборья Федерации воздушной силовой атлетики. Ура! Ну, Андрюх, ну похлопай, братану, ты чё? Конечно, дай пятюньку, Русланчик, дай пятюню. Молодец, красавчик. Да, здравое участие провел. Без слез, без соплей, молодец. Следующий, давай. Дипломом награждается Никитин Андрей Вячеславович за здравое участие в дисциплине силовой троеборья Федерации воздушной силовой атлетики. Ура! Русик тоже похлопай. Теперь уже старшим. А, он тебе пятюнь-то дай. Что, первый раз в жизни грамоту у тебя? Ты что распереживался так? Все, поздравьте. Молодцы, друг друга поздравьте. Смотрите, все, класс. На стол ее поставьте. Вас хотя бы первый месяц еще... Покажите, конечно, покажите грамоту. Первый месяц вас хотя бы... Диплом даже целый. Вас замотивирует. Вас мотивация на ноябрь, парни. Готовимся к соревнованию. Красавчики. Я хочу стойки. Все, стой на руках. Все. Давай, ложите, только не помните. Покажите родным. Все хорошо, заслужили, реально заслужили. Тихо. Так, не бросай так. Это ж, ты раньше грамоты давали тебе, где выиграл ты что-нибудь? На карате я занимался. Выиграл. Ну а сейчас у вас грамота есть, разве плохо? Опа. Все, стой, молодец. Андрюш, пожалуйста, пробуй. Андрюш, пробуй, пожалуйста. Так, что, Сергей? Дальше. Дерзанем со штангой или может подеремся давай? Ну такое нашинское, по-пластунски. Без фанатизма, без всякого этого. Давай ладушки сыграем. Хорошо, давай ладушки сыграем. Давай. Рубанемся. Руслан, Андрей, ладушки. Давайте сначала Руслан с Сергеем Сергеевичем, я с Андрюшей. А потом ладушки. Я научу сейчас. Пойдем, сейчас поделюсь. Потом меняемся. Да, пойдем, иди сюда. Смотри, первое, перед собой, делаю так, перед собой, второе, правой рукой, потом опять перед собой, левой рукой, перед собой, две, поехали, давай, перед собой, правая, левая, две, правая, левая, две, бей, правая, левая, две, перед собой это блок, то есть как бы это блокируешь, это рефлекс, это ладушки, это учат с детства именно, ну такая игра и массаж, и там боевая, прям с детства, на уровне рефлексов, реакций, то есть перед собой это блок, заблокировался, прихватики можно разные делать, не надо, знаешь, драться с кем-то, нет, это просто для тела, и самомассаж, ладошки, чтобы крепкие были, поехали. Правая, две, левая, две, перед собой, жестче, давай, ярче, давай, перед собой, правая, перед собой, левая, перед собой, две, правая, левая, две, правая, быстрее, двигаемся, ручки выкидывай прям, выкидывай ручками, правая, левая, две, правая, давай, левая, быстрее, реагируй, две, правая, левая, две, правая, левая, реагируй, две, правая, левая, две, правая, левая, две, правая, левая, перед собой не делай, правая. Повторяй, конечно. Повторяй, перед собой, правая, левая, нервную систему укрепляем, правая, левая, чтобы более послушный был. Ускоряемся, Русланчик Сергей, ускоряемся. Стоп, теперь меняемся,
я с Русланом, Андрей Сергей Сергеевичем. Че, ладошки больно? А какие турники ты говоришь? Про какие турники мы можем разговаривать, если у тебя... Да я понимаю. Я понимаю, парни, посмотрите. Ничем. Мне по мозоли больно бить. Руслан, 100%. Либо не доводи до мозолей, либо восстанавливайся так, чтобы у тебя не было никаких травм. Пойдем. Мы можем кулаками в ладошки играть. Это еще интереснее. Ну просто, да, можно прям кулаками. Можно делать так, можно вот так. Бам, бам, бам. Дай попробовать. Две. Бей, бей, бей. Я даже не бью, ты просто ты сам бей. Давай. Конечно. Он как бы, он должен быть и напряженный, но в то же время не скукоженный, не закрепощенный. Кулачок должен быть гибкий. То есть оно, вот это укрепление поможет потом разные вариации проносить. Конечно, когда надо прямой сделать, вот так нельзя, чтобы он делал. Если он будет не готов, он сломается. Но если есть гибкость хорошая, то выдержит. Че, ладошками или кулаками? Ладошками? Поехали. Пальчики большой прячься, парни, большой прячь, особенно тебя, айкидошнику, большой палец прячься, всякие варианты могут повредить, прячься его, вот лучше вот так прям убирать. Даже если мы рассматриваем самозащиту, приемы, есть действия, удары вот такого характера, то есть вот такие вот. Никогда большой палец, вариантность есть повредить его. Конечно, при случае каких-то там этих можно прям сделать действие. Но опять, он не вот так должен быть раскрытый. Хотя, если он готов, есть люди в песок, там, в дерево втыкают, но это как бы вообще заточенные на прям конкретный рукопашный бой. Но мы-то не такие, нам же не надо, чтобы руки палевные были, там, ушатанные. Давай еще разочки, на турники пойдете. Готов? Сейчас попробуешь. Давай, ты подраться не хочешь? Ну, подожди секундочку, за разрешением бати, давай. Сейчас, погоди, перед собой. Сильнее. Правый, пальчик прячь большой. Да, поехали. Не плачь, Андрюша, соберись. Бьем, бьем. Оп, 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 оп. Правый. Сейчас мы с ним ладочки сыграем. Сейчас, Рустик, я попрошу тебя. У тебя руки не дрожат, руки крепкие. Ты сейчас поснимаешь в замедленном действии. Мы сейчас попробуем. Замедленные съемки? Да, да, но... А я не умею делать замедленные. А мы здесь сделаем, здесь настройка должна быть. Но смотри, какая штука. Когда включается замедленная съемка, может быть такое, что камера прям бам, начинает дергаться. То есть ты вообще должен прям вот так вот монолит. Прям встать монолит. Лады? А ты сейчас замедленная? Сейчас, я включил, надо просто будет нажать на нее. Смотри. Да что здесь, смотри. Ты встанешь рядом, секунду. Встаем вот так, чтобы было видно федерацию значок, да? Потому что Николай Алексеевич же любит это, чтобы федерации были видны значки. Держишь и секундочку. Да, мы встанем, да. И снимаешь 55 секунд, потом нажимаешь, ладно? Сергей Сергеевич, готов? Да. Скажите. Сейчас мы начнем, и ты включишь. Я тебе вот так вот, я тебе скажу, давай, ты включишь. Поехали, давай. Да. Ты
просто нажала, она сначала быстро, потом она. Не, она вся шла быстро, только сейчас. Это эффект такой, да, задал? Звука нет, не снимай. А на айфоне он прям со звуком. Вообще легко. Да, 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 да. Ой, ё-моё. Ладно, все, продолжаем. Девятого. Все, парни, последний подходик, да. Все, а Серег, подарок. Сахил, ну-ка спрашивай разрешение, давай. Можно? Серег, аккуратно, ладно? Так, Андрюш, Андрюш, пожалуйста, давай блинчики туда, к штанге относи. Сергей Сергеевич, можно сразу боксировать? Пойдем. Подраться. Мы не боксируем, мы деремся, по-братски. Перед, да хорош, какие перед, Руслан. Давай на голову. Конечно, хорош, все, все. Не на голову, парни. Ты что, думаешь, тебя взрослый парень, что, обидит тебя, что ли, что-то, или сделает? Ты хорош. Ты в голову кулак не вложишь, так как в перчатку вложишься. Давай, не бойся. Пока в голову не размахивай. Голову не бить, голову не бьем, конечно, голову не бьем. Приветствие братское, да. Так, показываем красоту, двигаемся четко, красиво, уверенно. Чтобы батя был доволен. Просто, Андрюш, давай там сложим блинчики, а мы все уберем. Делаем спокойненько. Сер, а ты подсказывай ему, Сахил тоже подсказывай Руслану. Блин, я уверенно вспомнил. У нас тренер от Сянга Сергей Геннадьевич. Вот сейчас скажу, тут сколько? Пятак. О, как раз, блядь, 3-килограммовую, блядь. Стоял вот над душой, пресс удерживаешь и отпускал. Каждый раз выше, блядь. Мы тоже так делали, но не с блинами, и делаем здесь, мяч у нас песком есть, но он тоже килограмм пятачок весит. Сначала маленький, да. Потом побольше, все правильно, да. 3-килограммовую, блядь. Аккуратненько взял и проходи. Все, блядь. Проходи, два взял и аккуратненько проходи. И потом посмотрим, как Руслан и Сергей Сергеевич изображают. А вот это считай, что да. С ладошками сейчас. Вот. Да, считай, хлестанули. Вот. Считай, что до головы можно касаться пальчиками. Руслан, при, тебе настойчивости хватает. При, вперед. Только смещайся с линии атаки. С центряков уходи под левую и под право. Глаза смотря, голову вниз не делай. Лучше взгляд не убирай, чтобы ты всегда видел. Все. Молодец. Хочешь тоже с Сергеем Сергеевичем подраться? Нет? Ну ладно, молодец. Все, давай элементики доделаем так же, ладно? Да, я не знаю, что за Руслан, ручки подними. То, что вы в голову ничего не делаете, это не значит, что кто-то не будет делать. Ручки подними, пожалуйста. Соберись, да, тяжело, согласен, соберись. Серый, аккуратнее. Старайся прям пальцами, даже до корпуса касайся. Просто определяем, покажи. Руслан, ручки подними, Руслан, руки подними, 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 тяжело, да. А представь, сейчас самое начинается, самая жесть сейчас начнется. Это есть такой термин, как штурмовой бой, понимание, когда именно заколачивание идет. Именно тактика, да, заколотить. Опять нахрапом или очень такой порыв сделать серьезный. Показал так, показал так. Обмани. Тут будет у тебя, Сергей Сергеевич, а ты не пропустишь, не переживай. Взгляд. Ты а его отпустишь, получишь. Да и получится не больно там это будет. Нет, все равно. Неприятно. Не получает, я ничего, наоборот, сильнее надо. Дышите, парни, сейчас у вас дыхание включается, дышите. В уголке, пожалуйста, сиди, Андрюшка, сиди просто. Уголочек делай, отжимайся, смотри на них. Но делай физические упражнения. Серый, покажи ему заколачивание. Небольшие, прям небольшие. Пам-пам-пам, чтоб ты понял, да? Поведем как-то. Да, уголочек держи. Прям покажи.
А ты, Руслан, я тебе разрешаю бить его со всей силы, но не по лицу. Прям бей, бей со всей силы. Не со стыковочка? Сейчас будет со стыковочка. Руслан, бей со всей силы. Не-не-не, не все, брат, погоди, не все. Бей со всей силы. Руслан, его бей со всей силы. Только не по лицу, пожалуйста, нам еще на стол не завтра. Руслан, бей со всей силы, не бойся, бей, бей, я тебе разрешаю. Сейчас немножко ощути на себе, каково это, когда, ну, надо выдержать. Бей, 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 бей. Бей, 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 смелее, только в пах не удари и в нос, пожалуйста, не удари, в лицо. Тихо, тихо, аж хрустнуло что-то. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 аж палец хрустнул, да. Накидал, да, ты ему? Ты на радости, наверное, попусу, но давал ему как победитель уже все, и видишь, как рано праздновал победу, рано. Че, Андрюш, ты следующий? Андрюшенька, ты следующий? Сейчас я Сергей Сергеевич энергии чи. Чи. Нет, я там могу достать еще много. Чего? Давай. Руслый. Руслика было достаточно? А, то, что увидел хрусту у него? Нет, помните, нога моя. В субботу? А, а, когда ты об железку стукнулся, что ли? Нет, дрался. Ну что, Руслан, как? А с кем ты дрался? Нормально. Вспоминай, я не помню, с кем ты дрался. Давид. Давид. С Давидом? Да. Что, Сергей Сергеевич, со мной ты? Пойдем. Пойдем? Давай сейчас немножко. Так же, ты атакуешь? Это, атака. Пальцы вот так еще. Подвигай немножко, подвигай. А сейчас лучше ты сиди, порастирай ее. Да, поатакуешь, понакидываешь. Все, Руслан, успокойся. Домой лед, лед. У вас есть бутылочка замороженной воды, Сахил? Да, в холодильничке, чтобы всегда лежала, да, бутылка замороженная. Не знаешь, как показалось? Он вот сюда отходил и как будто бы вот так сделал. Такой крыс. Андрюш, накинь, пожалуйста, блинчики. Просто блинчики понакидывай. Ага. Это что? Сейчас, секунду. Вот эти надо снять, ручки сними. Давай. А, надо по краям закинуть большие, самые большие. Потом тоненькие поменьше, потом еще поменьше, ладно? Чтобы они как пирамидка была. Что, Сергей Сергеевич, ты мне-то палец не сломаешь? Да я и там-то не ломал никому. Поехали. Это мой ящик. Конечно. Ты бок бежишь, нельзя бежать бок. Ты вот знаешь, почему у тебя? Ты начнешь вот боком вот так, нельзя. Боком тебя и уронит. А не надо стоять всегда вот лицом и смотреть в глаза соперником. А когда ты двигаешь, вот смотри, он двигается вот движением, он двигается вот по кругу. Настоящий самая тема. Как бы надо всегда. Создаем движение, вот не ходит. Взгляд вперед, как бы бурым, пофигу, мне тоже страшно. И смещение. То есть даже если, например, отхватываю я где-то, я делаю некий загребок. То есть я подцепляю. Правильно, да? Да.
А что тут? Вода есть или здесь воды? Нет, я блин, да как ты тебе попасть-то? Он штангу складывает. Я сам. Ноги, руки. Такие миллиметражи, да? Книга «Остров сокровищ». Вот этот автор, Серый, не помнишь, как автор? Скотт, ой, нет. Скотт. Я ему уголовный кодекс дал, блин. Да? Такой том. Я говорю, читай. Вместо сказок. Блин, а я... Скотт, не Скотт. Забыл. Свифт, Свифт, кажется. Он только недавно смотрел, блин. Да, вроде бы по рассказу Свифта. У него этот есть приключения этого, Гулливера там, прочее, прочее. Грунгель это вообще наше произведение. Это просто повесть. Веселые это сборники и мифические рассказы капитана Врунгеля. Но Врунгель там же умрет. Врунг. Классная книга, я ее раз 10 перечитывал. Вот есть цикл мультиков. Три мультика интересные очень советского времени, снятые нашими соотечественниками. Это «Доктор Айболит». Это «Приключения капитана Врунгеля». Вот это сокровище.
читайте, развивайтесь. Может быть, и уголовный кодекс можно почитать, но там, чтобы не сбринь только от того, что как написано там, как в жизни все происходит. Вообще надо знать, да. Руслан, чей грамота твоя? А что ты не берешь, Руслан? Ну, побать, бумаги, ну, ты что? Что, пусть он хоть и подранился, но все равно, пусть только давай пятюню. Все, соберись. Все нормально? Ты в бою, как парень, в бою сражался, Сергей. Скажи, дядька и 33-летним бился. Что-то ногу подвернул. Я его чуть-чуть выиграл, но ногу подвернул немножечко. Так, ребята, с кем до завтра, с кем до потом, да? Учите хорошо, ладно? Все, всем привет. Смотрите в интернете, бои там увидишь. Выпадем, ты нога там будет по-любому. А сейчас, это все, занимался всем здрав... боксом? Так. Это... Все забрали? Да, я там, вот там занимался в этом боксе, ну, там в зале. Занимался моего папа брат. Так. Вот, и он у нас некоторое время жил, потому что там на Химках не было. Дядя твой, да? Парни, здесь мы никого не заставляем. Здесь мы просим, чтобы занимались гимнастикой. Все, мужчина. Все, всем здравия. Закил. Йодовую сетку, холодная вода, да?